направляясь к кратеру вулкана Ухтасаж, наполненного прозрачной ледяной водой, обещающего показать нам петроглифы, которым по самым скромным подсчетам более 10 тысяч лет, невольно задумаешься о том, что искусство вечно, так же, как и стремление человека к прекрасному и желание через творчество познать мир и себя. В Армении найдено более 30 тысяч наскальных рисунков, в которых зашифрованы послания предков. Здесь и сцены охоты, быта, даже фантасмагорические персонажи. Это не просто наскальная живопись, это летопись. К сожалению, пиктограммы и диаграммы сегодня не изучены должным образом. И поражаешься, как эти сокровища, застывшие в базальте, молча смотрят на редких туристов, прохаживающихся и лениво фотографирующих то, что, пережив много поколений, несет в себе, быть может, важные послания, которые случайный и праздный путник не в силах разгадать. Да, пока иные племена ели себе подобных, здесь люди тянулись к звездам, пытались найти закономерности, давали названия созвездиям, мечтали и творили. Сегодня многие ученые считают, что люди, изучавшие астрономию, давшие название как раз этим созвездиям, жили здесь, недалеко от горы Арарат и в долине Евфрата. Смотришь на эти камни, и кажется, что в сюжетах ты видишь развитие человеческой мысли. Кажется, что мифы, так скажем, застывшие легенды во времени, трансформируются. И на смену духом природы, и покорителем стихий, на смену белой и черной магии, при помощи которой человек пытался повелевать природой, приходят мощные божества. И здесь уже осознание высшей силы, поклонения, молитвы и жертвоприношения для искупления. Кажется, что здесь на камнях ты видишь не людей, а вочеловеченные божества, которые наделены теми же качествами, что и Homo sapiens, но имеющие, говоря современным языком, суперспособности. А вот на другой картине, высеченной металлом по базальту, тебе кажется, что изображена сцена грехопадения. Здесь и Адам, и Ева, и змея, древо, но присутствуют также дополнительные элементы. Что они означают и как расшифровываются, пока неизвестно. До монотеизма еще очень далеко. Но сюжетные линии, истории, понимание добра и зла закладываются уже сейчас под инструментом мастера. И пока ты поглощенно вспоминаешь мифы древнего мира, армянские эпосы, сопоставляешь увиденное, пребывая в восторге от происходящего, случайные туристы прогуливаются в сапогах прямо по изображениям, прыгая с камня на камень, прям как безуаровые козлы, которых в большом количестве изобразили предки, видимо, предвидя подобную ситуацию. Я бы, конечно, не хотел обижать сравнением этих прекрасных и умных, кстати, во многих культурах священных животных, козы, раз уж на то пошло, один из самых первых прирученных животных, и не случайно, что именно в Армении найдена самая древняя мумия козы. Кстати, Исидор Сивильский писал о козах так: «Природа козы до того страстна, что только их кровь растворяет алмаз, камень, который не в силах одолеть ни огонь, ни железо». В язычестве у разных народов существовал культ козы и козла, их даже запрягали в колесницы богам, ну, к примеру, скандинавского Тора или персидского бога жары Путана. Зевс же наградил волшебной силой рог козы Амалфеи, назвав ее рогом изобилия. Их часто приносили в жертву, может поэтому здесь так много изображений животного. И гора называется Ухтасар, священная гора, куда поднимались молиться. И сегодня в этом для многих священном месте люди ведут себя странно. Поражает, как человек не может понять простых элементарных вещей. Мусорит, жует бутерброды, сидя на петроглифах. Не знаю, может я зря удивляюсь и... Будь подобное достояние где-нибудь за бугром, эти камни поштучно не перевезли бы в музей и на их место не водрузили бы копии под защитой колючей проволоки с охранной системой и платным входом с ворчащими билетершами и бахилами. Да уж, правильно говорят, писать картины – это творчество, а вот продать искусство. Создавать создаем, а показать миру, рассказать, просветить часто не умеем. Местные ребята говорят, что случаются нередкие акты вандализма. Некоторые не очень порядочные, мягко говоря, персонажи, пытаясь соскоблить верхний слой с камня, дабы утащить к себе петроглиф, портили и уничтожали наследие всего человечества. Не побоюсь преувеличить значимость. Смотря на петроглифы, понимаешь, насколько они потрясающи. Ведь это настоящее искусство, в этом нет ничего искусственного. И в этот момент понимаю, что искусство должно радовать, а не печалить. А если оно у нас печалит, то все равно эта печаль должна нас радовать.
Я не хочу заканчивать на минорной ноте и решил поделиться сумасшедшими мыслями вне проекта. Ну, к примеру, почему наскальная живопись так высоко в горах, на высоте 3300 метров? Может, потому что современники великих мастеров не очень радовались их творчеству. Может быть, им не нравилось искусство особенных. И они относились к ним, как сегодня, к примеру, относятся и реагируют на художников граффити. Боролись с ними. И творцы уединялись в горах и творили там, под звездным небом. И кто знает, может быть, и у предков также были беспощадные цензоры, которые стирали и уничтожали все суперпрогрессивное. Ну, к примеру, нельзя было изображать инопланетян и их летательные аппараты. Хотя, если приглядеться, есть и такие нарушения. И часто встречаются объекты, похожие на созданные внеземной цивилизации. А может быть и нет. Это я так, для разрядки. Вот, к примеру, что здесь изображено? Крест, звезда и дракон на фоне звездного неба. Справа изображены созвездия Козерога и Большая Медведица. Ниже – горы и животные. А здесь крест, звезда, в круге и люди, наблюдающие за этим необычным объектом. Петроглиф, Ухтасар, Армения. Тема безумно интересная и объемная. Постараюсь в следующий раз поподробнее остановиться на символах и интерпретациях. Это безумно занимательно. Удачи и увидимся.